В Нижнекамске пройдет первый образовательный форум журналистики и коммуникации «Медиапруф». Форум представляет собой серию лекций, семинаров и мастер-классов, посвященных работе журналистов в современных реалиях. Форум будет особенно полезен представителям профессионального сообщества и также ребятам, которые обучаются в вузах по профильным направлениям, по информации, которую там можно получить, начиная от того, как оформлять свои аккаунты или как работать в медиа, в принципе, да, чем это наполнять, как оформлять, как монетизировать. На все эти вопросы наши спикеры помогут найти ответ. Попасть на форум можно бесплатно. Для этого необходимо посетить сайт mediaproof.ru и отправить свое эссе на предложенные темы. С лекциями выступит видеоблогер и журналист Юрий Дудь, главный редактор сайта Sports.ru и автор YouTube-канала «Вдудь». Его шоу на YouTube представлено в виде интервью и набирает миллионы просмотров под каждым роликом. На данный момент это самый известный интервьюер в российском сегменте YouTube. Он станет хедлайнером форума «Медиапруф». Другими гостями форума станут Никита Белоголовцев, главный редактор издания «Мел», директор по развитию бизнес-издания «Лайфхакер» и многие другие. Вообще у нас получился очень молодой состав спикеров, но при этом практически каждый день к нам приходят отзывы от участников о том, что это достаточно сильный состав. Форум «Медиапруф» пройдет 5 и 6 октября. Артем Тупичкин, Леонард Валетьяров, Универньюз.